24-квартирный дом появится в Лесном городке, одном из самых молодых и активно развивающихся районов города. Рядом с новым домом расположены общеобразовательные спортивные школы, детский сад, бассейн, лыжная база, так что будущим жильцам, молодым врачам, будет комфортно жить в таких условиях. Тем более, что при планировке квартир городские власти учитывали пожелания будущих новоселов. Особенность всего какая? Прежде всего, здесь все квартиры двухкомнатные. То есть 24 квартиры, они все двухкомнатные. Ну, они будут с лоджиями, сами видите. Ну, и строятся, конечно, как уже мы уже, многие дома сейчас строим, это в жилой застройке. То есть практически все инженерные сети рядышком и жилая застройка рядом. То есть здесь и магазины, и вот видите, рядом и водный мир. То есть особенность это рядом с клиническим центром. И прежде всего этот дом строится для работников клинического центра, потому что там нужно и привлекать кадров. На сегодня уже идут работы по устройству кровли жилого дома. Ведется утепление чердачного перекрытия, устройство стяжки. Установлены современные стеклопакеты, возводятся перегородки внутри квартир. Затем к работе приступят отделочники. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на июнь. Наподобие, как вот у нас был доходный дом на Энгельсе, то есть будет предоставляться на 5 лет. Люди будут за эти 5 лет решать свои жилищные вопросы, то есть накапливать денежки, чтобы потом можно было, конечно, купить уже постоянное жилье. Дом врачей – это не единственная площадка, где строится жилье. Активно идет работа в квартале Кузбасском. Строится дом в квартале Профсоюзном. Кроме того, город получил средства под снос 59 бараков. Будет переселено 312 семей и снесено 59 аварийных бараков. Но прежде всего это застройка. У нас это будет квартал, дом будет на квартале Профсоюзном. Это номер, дом номер один, 108-квартирный. В этом 108-квартирном 95 квартир будет под переселение из аварийного жилья. Кроме этого, будет строиться, вот сейчас 4 дома строятся по кварталу Кузбасска. Кроме так, этих домов будет еще 7 домов из трехэтажных. 6 двухподъездных трехэтажных домов и еще один одноподъездный. А это значит, в квартале Кузбасске будут построены еще 220 квартир.